жизни, но все равно для парня, чем бы там ни был обусловлен его дебют, это все равно событие большое. Иванов ошибается, шайбу теряет здесь. Ух ты, момент мог быть. Бросок все-таки есть, но шайба ушла на пятак. Бадиловский, Ерменков заявлены парой. Здесь момент мог быть, но никто до шайбы не добрался. А тут выход 2 в 1. Лукин. Лукин пас отдал, все-таки надо бросать. Нет, смотрите, как убирает. И все-таки забил. Да, забивает Металлург. 1-0 у нас. На исходе 3 минуты забрасывают жлобинчане. Второй бомбардир команды. Тут первый и второй бомбардир убежали. Лукин же наибольшее количество очков имеет среди всех игроков Металлурга. Здесь, конечно, да, не без везения, но заходил на мастерскую обводку. Антипов пас еще классный. Посмотрите, как под падающим уже Ивановым. И здесь на замахе Шалагин убрал вратаря. Шалагин. Пас наверх. Денисевич. Двигает шайбу по синей линии. Снова Шалагину. Но под того подкатываться будут. Бросает и забивает Шалагин. Забивает Шалагин, это 1-1, и это 3 очка до нового рекорда Михаилу Шалагину. Первое большинство реализовано. Кстати, вот, говорил я о тех показателях, которые есть у Шахтера в большинстве, и вот они работают. Классно сработал на пятачке партнер Шалагина. Это был Ряченко, там Большаков ничего не видел. Пытался нырять там в ближний, в дальний. Иванов сейчас шайбу вперед туда отправляет, к воротам соперника. Неплохо, бросок и 2-1. Забрасывает Шахтер снова, и это Кулиев. Отличается дуплетом, стреляют горняки, и две теперь шайбы. Они уже впереди. Уже по протоколу посмотрим, но здесь, ну, здорово Масалев передачу отдал на Кулиева. И по какой, конечно, классный бросок получился у 62-го номера. На щиточком туда, в дальний угол. Очень сложно было Большакову. Знаем мы, что ну, туда вытягивать. Нам, у экранов телевизоров, конечно. У Металлурга немножко все иначе. Вот атака 2 в 1, бросок мимо ворот. На площадке уже появился пятый игрок солигорского Шахтера. Бросок. Бросок и гол. Да, 2-2 становится счет. Забрасывает у нас Ерменков и сравнивает цифры. Вопрос только, Ерменков ли это был или... Там начинали атаку еще и в большинстве. Потом уже присоединился Брикун к своим партнерам. Вот, Ерменков вытягивает от борта шайбу. Бросок там, но подпал. Попал в кого-то из игроков. Но похоже, что все-таки в... Андрющенко, смена места у краев. Шалагин бросает. Но тут Бабарика, да, заберет шайбу. Она там хоть и скакала у него по амуниции, но, конечно, но достается, всегда было. Достается игрокам, которые на пятачке. Мы помним, как здорово Ряченко закрывал обзор еще Большакову при... Ну, а первая шайба... Ух ты, тут, ну, конечно, прилично прилетело. Да, и поедут смотреть сейчас повтор, да. Поедут смотреть повтор, но тут, наверное, вилка серьезная. Вообще любое, может быть. Толчок клюшкой. 5 минут, да, 5 минут. Показали сайт Шалагин, но Бабарика на месте. Андрющенко. Андрющенко, Шалагин. Ох ты, момент, какое добивание. Не попадает сейчас Андрющенко. Металлурга, давайте смотреть. Вот подкидка классная, бросок и отскок от Бабарика. Марк, Ярута и Сергеев. Вот пятерка Солигорска. Бросок, подставление, здесь и добивание будет. Нет, там Соколовский шайбу играет Металлурга. Вот эта плотность, она приносит свои плоды. Еще контрвыпад может быть у Металлурга. Убегает 2 в 1 под корыто. Бросает мимо. Снова Еркин. Шалагин уже за лицевой находится. Шалагин! Шалагин бросает! Набирает, ну, потому что кто-то в любом случае должен давать грибы передачи. Ох ты! Гол! 3-2! Сразу забрасывает Шахтер, и это Иванов забивает от синей линии. Ну, прошил, что уж говорить тут. Пойдет. Шахтер. Смотрим повтор. Ну, такой достаточно простой по розыгрышу гол, конечно, получился. Кулиев наверх. Там очень сочно приложился... Конечно, Иванов, несмотря на то, что Бабарика успел это съесть. Розыгрыш большинства. Стучит уже Лядник. Скоро должен появиться Достанко. Он на льду. Бросок снова от синий. Добивание. Где шайба? Она перед Бабарика. Она не прижата. И здесь вот в итоге. Вторая бригада. Да? Масалев пас наверх. Иванов. Дальше партнер. Кулиев бросает в касание. Есть отскок. Добивание нет. Вот добивание. Сергеева, но мимо. А тут можно под синюю попытаться дать. Да, есть передача. Здорово. Спад. Бросает спад. Лядник на месте, а добивание нет. Вот, все-таки оно есть. Еще одно. И Лядник спасает. И где там шайба? Еще бросок. И снова Лядник на месте. Там все-таки не Лядник, мне кажется, оказался. В защитника шайба попала. Вернули шайбу под контроль Металлург. Еще один бросок. Лядник на месте. И все. Забирает Лядник шайбу. Сейчас Киев. Сколько вообще непредсказуемо. Вот бросок. Там чуть ли не выше перекладины шайба летела. Но... А там защитники на пути шайбы встали. Все-таки потеря здесь у Липского. Под корытов на пятак лезет. Есть добивание. Лядник на месте. И на замену. И начинал игру.
Ну, в общем, было решено его отправить в высшую лигу. Момент сейчас опасный. Здорово-то как? Но Бабарика на месте, а дальше... Давление от Веренича, но шайба ушла в угол. Там Лукин. Здесь уже Антипов и Кораблев вместе с Лукиным. Лукин хорошую скорость набрал. Лукин! Бросает Лукин! И удаление будет, но гола пока нет. В итоге свисток у нас показывает. Главный арбитр классно закладывал корпус Лукин. Но мне кажется, тут все площадки. Но выходя с... удаление. Тоже можно попытаться ими воспользоваться. Стефанович. Пас обратно партнеру. Бросок Ляник выручает, но все-таки гол. Забрасывает Металлург. И 3-3 становится счет. Очень быстро. Металлург. Жлобинского Металлурга. У Александра 13-я шайба. Здесь Ляник, конечно, шикарный сейв в растяжке. Совершил. Вот, да, классно. После щелчка Лукина, но не доследили. Не досмотрели там за Подкорытовым. 13-я шайба. Подкорытов, скидка на партнера. Подкорытов на смену уходит. Вот здесь подставление и добивание могло быть от хаб. Заканчиваем мы это дело у дальнего борта. Да, 3-3. Шахтер и Металлург. Хованов тут что-то не поделил с соперником, но уже, мне кажется, поздно выяснять отношения. Снова Шалагин, кстати, в центре разборки. Он, помните, в первом периоде, прямо после сирены, получил 2 минуты. Из-за этого сидел в начале второго. И сейчас снова... Ну, там он с Лукиным, если я правильно помню, да, что-то не поделил. И Дмитрий Кравченко говорит, спокойно, спокойно, выключаем эмоции, ребята. То, конечно, тут и овертайм тоже станет украшением этого матча. Пас на пятак, сейчас Старков бросает, добивание, там еще одно. И где шайба? Она у Лядника? Нет, теперь уже прошла, выскочила. Дальше уже сохранит шайбу спад, ненадолго. Вот передача под... лавку, и выходит Шалагин. Шалагин бросает, забивает Шалагин! 2 очка до рекорда и 1 шайба до рекорда. Эту шайбу сейчас игрокам Шахтера, потому что для Шалагина она становится знаменательной. Конечно, это еще не новый рекорд, но это уже повторение. Это уже повторение для Шалагина. Смотрим, здорово в домик. Да, ну не равномерно. Масалев обыгрывать пытается, но все-таки пас наверх отдаст. Иванов в борт. Перед... Ой-ой-ой, неплохо-то как, но бросок не получился у Сергеева. С ближней стороны площадки. К нам мимо ворот Соколовский. Соколовский дальше на партнера. Антипов вперед. Тоже уже, наверное, неважно, точно-не точно в клюшку. Остановка игры у нас. И там потасовка. Да, Масалев тут еще и до станка подключается. А, пустили на лед Антипова. Он так смотрит на судей, ждет удаления для соперника. Показывает Никита Рудько, что по 2 минуты тут получит. Достанка никак не успокаивается. Но Достанка с Малиновским-то в одной команде играли. Тут много кто. Местами с Денисевичем. Шалагин на Денисевича не проходит. И тут убежать можно. Можно убегать, да, и здесь убегает. Смотрите, спад, спад. Нет, не забивает спад. И вот тут идти. Да, булит. Булит у нас будет за задержку соперника клюшкой. Ну там либо Денисевич, либо Шалагин. Наверное, все-таки Денисевич. Спас здесь красавец, конечно. Шайбу перехватил и сам убежал. Да, Денисевич. И бросить не дали. Наверное, поэтому и Булит здесь назначен. Как бы там уже Лядник равно это спату не помешал. Давайте смотреть, как бьет Булит. Кстати, не спат, а Хованов. Хованов, ой, ну мастер Хованов. Как забрасывает сейчас 13 номер. Кричат они побеждать. Ну, видно, видно, что большой мастер и на молодежном чемпионате мира играл. И Миннесоту он там на победу команды. Но первый, на второй там еще больше. Лукин бросает. Забивает Лукин. 5-4. Металлург выходит вперед. И Металлург... конечно. Тут мои слова, наверное, излишни. Давайте смотреть повтор. Хованов. Передачу отдал на Стефанович. Тут, конечно, бросок получился здоровский. Вроде бы садился Липский. Ну и вроде бы, наверное, должен был блокировать, но так под клюшку и на... даже не над щитком, наверное, на уровне щитка в дальний угол. Заброс получается в итоге. Он результативным, потому что Устиненко. Шайба, сейчас момент опасный. Бабарика, Бабарик шайбу забирает. Малиновский там оказался уже в лежачем положении. Не Марк Ярута предлагает себя. Марк Ярута шайбу получает. Ярута там на дальнем. Малиновский есть. Ярута сам лезет, но нет, не забивает. На Денисевича. Денисевич снова Еркин. Неплохо, Иванов. Нет, попадает в защитника. Добивает Иванов. Шайба мечется по пятачку. Она не прижата. Она за воротами теперь. Шалагин. Шалагин пас наверх. Действие Металлурга. Бросок по воротам Лядника. Он шайбу отдает. Но все, звучит у нас сирена. 5-4. Металлург победу забирает. Впервые в сезоне, кстати, Металлург. Это соперник 0, но сегодня сильнее оказался Металлург. И
Ярослав Чуприц держит дверь для Дмитрия Кравченко, благодарит за игру. Классно. Классно.